Ассаляму алейкум ва рахматуллах, дорогие наши сестры. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. И первый вопрос. Дозволено ли в исламе делать пластические операции по коррекции носа или косметические процедуры по увеличению губ? Нельзя проводить косметическую или пластическую операцию, цель которой не исправление объективного уродства, а изменение природного человеческого облика по прихоти ради следования традициям и привычкам немусульман. Такими процедурами считается изменение формы лица, носа, глаз и ушей, увеличение или уменьшение губ, скул и тому подобное. Дозволяется проводить необходимую пластическую операцию, целью которой является исправление врожденных дефектов, наличие которых наносит значительный физический или моральный ущерб. Например, расщелина неба, то есть заячья губа, лопоухость, сильная кривизна носа, родимые пятна, лишний палец или зуб, а также сращение пальцев. Или же исправление приобретенных дефектов, полученные вследствие ожогов, несчастных случаев, болезней и так далее. Например, при помощи трансплантации и пересадки кожи. Полного или частичного восстановления формы груди, если она полностью или частично удалена. Или уменьшение груди, если ее размеры приводят к болезненному состоянию.